Три, два, разрезай. Один. Развязывай, Клим, развязывай. Всем привет! Нам сегодня придет моя подруга, с которой мы вместе рожали, со своей доченькой Таней, которая родилась Климом в один день. Клим, а ты почему без носочков? Потому что пальчик подвисает. Пойдемте на коврик сядете, пожалуйста. Смотри, смотри, вот. Что там? Ух ты! Давайте на коврик пойдемте. Танюша и Клим. Мам, я уже хочу кушать. Сейчас будем кушать, пойдемте. Вау, у тебя целый стол для гостей, да? Можно встречать гостей очень хорошо и красиво. У меня зовет Кальчона. У тебя отличный вкус, я тебе хочу сказать. О! Ты красиво все украсила. Доминика. Классный. Какой маленький, такой маленький. Я узнал, что вы подите на этих шоколадках. Напополам. Вот. Нет, пусть Танюша у мамы спросит. Давай вы сначала поедите, а потом шоколадку, да. Ладно? Давно у нас так весело дома не было. Очень вкусно, да, Доминика, да? Какая Доминика, Клим? Да, я не знаю, просто как... Таня! Таня же! Вот у него с именами проблема. Он в садике никого никак не запомнит на имя. Вот она Танюша всех знает. Она помнит, да, кто ее вчера, какой ее Жарас вчера обидел там. С Захаром что они поругали, да, что он сказал. Молодец. Это вообще. А Клим, знаешь, что сегодня в садике было? А день рождения у кого? У девочки какой-то. Представляешь? Ой, надо на тарелочку. Катя напекла такие кексы шикарные. Я бы в жизни не смогла. У тебя еще краситель, да, есть какой-то? Да, они пищевые, Америкалора. Я беру хорошие. На тарелочку? Да, на тарелочку. Давай, потому что у меня не было этих стаканчиков, и я поставила. Ну, я старалась. Сына, возьми себе на тарелочку, пожалуйста. Клим, а ты что строишь? Я строю мост, а я домик. Вот Клим, когда с кем-то, он очень хорошо играет, а сам не умеет играть. А где мой домик? Кто сломал мой домик? Какой, солнышко? Я ничего не трогала. Вот же он стоит. Где? Ну вот зелененький. Нет, у меня был самый большой домик. А кто-то его сломал. Ваня. Эй, не смей Ване забирать. О, боже. Сына, отдай, пожалуйста, Ване. Вань, возьми самолетик. Вот, самолетик, смотри. А хочешь цинк? Да. А давай, чтобы там было мягенько, у нас там стало. А вы забыли? Вот вы смешные, под елочкой, да? Ага. Ну ты подвинься, чтобы Тане было место на подушечке. Ну все, спокойной ночи. Ваня, ты хочешь с ними спать? Уже утро, вставаем! Встаем! Зарядку делаем! Давай. Повторяй за мной. Давай, Таня, показывай заряд. Вот молодцы, и Ваня делает. Это бабочку, я вопью. Угу. Это так на айкидо вы делаете? Да. Еще покажи, что вы делаете на айкидо. Это бабочка. Я в садике делаю вот так. А я как? Давай. Еще вот так. Давай, беги меня. Ух ты, прикол. Ничего себе на айкидо. Вот так мы еще на айкидо. Прикольно, но с девочками нежелательно так делать. Давай, держи меня. Потом я поворачиваю. Ну, сына, ты что не щадишь даже, вот Таня? Так. Вот молодцы. Он меня кусал, Ваня. Ну, давайте. Все, давайте меня... Ваня кусал. Выйди, давай проводим. Нельзя так делать. Надо провожать гостей. Все, давайте, пока. Пока, Ваня, танкист. Пока-пока, давай. По вашему запросу я сниму коротенький отрывок из моего повседневного макияжа. Вот мои любимые палетки на сегодняшний день. Это BH Cosmetics, это полностью матовая, а это перламутровая. Я их обе обожаю.
Я то, что я делаю ежедневно. Вот мои два любимых цвета. Вот этот бежевый я наношу на складку. У меня никогда не получается с точности одинаково накрасить два глаза. Потому что вот этот вот глаз у меня какой-то чересчур морщинистый. Можно тот же самый, можно чуть-чуть потемнее оттенок нанести снизу. Сегодня я нанесла немного потемнее оттенок. Перламутровую палетку. Вот эти оранжевые тени наношу пальцами обязательно, потому что перламутровые тени абсолютно по-другому ложатся, когда пальцами наносишь. Ничего не рассыпается. Когда вы наносите пальцами, получается немного такой мокрый эффект. Без бровей макияж, конечно, смотрится немного комично. Я не представляю, как я раньше не оформляла брови и жила в этом мире. В сотый раз про брови. Это мой любимый карандаш Maybelline, который у меня уже заканчивается. Это, наверное, 10-й карандаш, они у меня улетают. Они, к сожалению, не продаются в Алмате пока. Это Maybelline, он очень дешево стоит. Когда я поеду в Москву, либо в какой-нибудь город России, в ближайшее время не планирую, я куплю себе 10 штук, чтобы мне на пол жизни хватило. Я не знаю, что я буду делать, когда у меня закончится. Никакие тени так не ложатся классно, как этот карандаш. Он не скатывается, не размазывается, не блестит. То есть я, получается, оформляю детально только хвостик. Никогда не придерживаюсь логики визажистов, сколько меня раз учили, не повторять форму своей брови, а делать немного более правильную форму. Но я не знаю, какая правильная. Мне кажется, мои брови правильные. Я их повторяю. Мне нравится. Я со стороны вижу себя на камере. Кстати, этот карандаш даже не надо растушевывать. Разве что совсем чуть-чуть зубной щеткой. Когда я тороплюсь, получается немного коряво. И другим конечком я чуть-чуть совсем закрашиваю начало брови. Вот и все. Теперь беру я тушь, самую дешевую, тушь для ресниц, коричневую. Она у меня 1000 лет, у меня Vivienne Sabo, потому что на тот момент она была самая дешевая, дешевле я не нашла. Даже если она подсыхает, не страшно, она у меня уже почти засохла, но все равно чуть-чуть прокрашивает и расчесывает мои брови. Сколько я покупала туши для бровей, мне не нравится от них никакого толку, по мне. Я не хочу их только уложить, я еще хочу чуть-чуть прокрасить. И сделать гуще мои брови. Простите, у меня там машинка стирается, дверь не закрыла. Ну, вот и все. Теперь крашу ресницы, припудрюсь и готов мой макияж ежедневный. Мама нашла там вкусные конфетки из подарка. Спрашиваю, что с прошлого года? Че, чай наливай уже? Давай подождем всех. Ну ладно, подожди. Ты что, наелся или еще что-нибудь? Гречечку поел папа. Родители пришли уже все на максимальной готовности. Ждем Сайбеля, Сашину маму. И будем открывать коробку. Коробка уже готова, стоит в спальне, спрятанная. Ставим ставки. Давай, ставки. Ставки. Девочка. Сколько процентов, девочка? У меня 80. 100. А синий это мальчик? Да. Мы рады. Девочка красная? Да. Розовые, папа, розовые. Угу. Мне тоже все кажется, что будут розовые шарики. Но сейчас все подумают, что я уже знаю, я правда. Даже когда принесли коробку, я сказала, а я не смогу никак подглядеть, какие там шарики. Она сказала, нет. И я, в общем, специально спрятала их на балкон, в спальню, чтобы не было соблазна. Но у меня его и нет. Я хочу вместе с Саней, с родителями, чтобы мы все вместе открыли одновременно коробку и узнали, кто же там. Ну, мы рады, что по-любому будем
мальчику, девочку. Но. Нам надо девочку. Сильно девочку, сильно хотим девочку. Сегодняшний хит. Подарок. Это что? Тут всякие разные рахатовские конфетки. Сейчас вы всякие ништяки себе отберете. В общем, вам повезло, что вы первые налетели на этот подарок. И вам самые вкусные конфеты. Я пришел. Кто пришел? О, привет. Че, ты готов? А где котик? Да еще не пришел, что-то я позвонила. Они давно сказали, мы уже выходим. Я Сашиной маме сказала, что мы будем коробку открывать, она, наверное, там марафет наводит. Зови. Они уже знают. Они знают, что мы... Почему здесь оставили? Я пирог в этом оставила. Без 2 минут подъехал. В духовке. Папа самый первый пришел, он самый любопытный. И звонит тут же маме, ты где? Я их вчера наругала, сказала, что смотрите, чтобы не было так, как на мой день рождения. Я вас предупреждала, а вы на базар уехали. И вот сегодня они пришли самые первые. Смотрю. Ой, при... Ты зачем так сделал? А что это бомба. А, она взорвалась? Это на Новый год будет. А-а-а. Рисовал, что ли? Здрасте. Все в сборе. Мы тут делаем ставки, мама. Ставки делаем. Вы как думаете, кто будет? Девочка. Все, что-то вообще единогласно. Ну, Саня мальчик, да? Саня. Знаете? Ну, не знаю, но я чувствую. Клима, раз, два, три, елочка, гори. Сына, а ты как думаешь, будет братик или сестренка? Не знаю. Ты кого хочешь? Вот молодец. Ты кого хочешь? Блатика. Вот. Мнение единственное разделилось. Сына, раз, два, три, елочка гори, давай. Раз, два, три, елочка гори. Ура. Ура. Ну давай, фокус. Сань, твое финальное мнение. Я боюсь что-либо говорить. А сейчас? Загадывать. Мандражирую. Это что за самолет? Может быть, оставим это в тайне? Да, может, до последнего. До рождения. Хотя через пару дней забудется. Клим ее нечаянно сорвал. Ну вот уже подглядели. Ничего не понял. Вот эта наклейка упала. Вот наклейка, Сарочка, которая. Ух ты! Интересно, насколько она размера? Насколько она размера или какого она размера? Интересно, что там внутри. Да, конверт там точно для подтверждения, а то сейчас шары вылетят от одного цвета. Я боюсь. На, все, давай. Я боюсь сейчас что-нибудь увидеть. Так, ну что, давай Клим пусть рассказывает. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Развязывай, Клим, развязывай. Развязывай. Давайте. Давай. Раз, два, три. Так. Ну-ка. Так, ну сейчас там двойное, там же вот так надо открыть и еще вот так надо раскрыть. Давай уберем столик. Вот теперь другое дело, давай. Открываем, давай, раз, два, три. Мальчик. Это мальчик. Прогнозисты. Не надо тебе по-новому учиться, чтобы знать, как воспитать. Ну, значит, надо. Третья будет еще. Ты что? Климось, вылазь оттуда. Клима, там конверт, достань конверт. Клим доволен. Давай сюда конвертик бабушке, дай там конверт. Зато Клим доволен. Да. А мы ждали. И баба Лиза довольна. Ну, прости, что там написано. Не знаю. Пока не верю. Как не веришь? Еще раз потом через месяц. Так она не раскрыла, что ли? Не, она закрыла заново его. Там же вот эту засунули как-то. Ходишь, это пусто. Нет, ну вот на этой написано. Вот мальчик. Мальчик. Все. Да ты что? Я не понял, а что ты сказал? Доча, лишь бы здоровый мальчик.
Смотри, какой маленький рукав. Дочка. Он будет обижаться, мой хороший. Ты чё? Мой хороший. Надя. Давай. Мама, а чё ты платишь? Да, мама. А чё она хотела? Девочку. Девочку. Нормально, дочь. Нормально. Прости, мама. Ну надо же. Да. Не мог сбракодельничать. На. Как назовем? Давайте. Давай. Ты чё? Ой. Климоч, мама, вот молодец, принес бумажку. Конечно. А давайте это посмотрим, где написано. Мама принес. Вот умничка, мамке принес. А где вот этот? Вот мамочка. Мамусечка. Да, да. Качай ребенка. Климка хорошенький, не пусть она разберет. Крошка нам бы тумбулит. Прости меня, что я мальчик. Клим, ты осознаешь? У тебя будет братик. А так. Я рад, что у нас будет. Давай, Питочка. Мальчик. Ничего. Два сына у тебя, дочь, будет. Ну ладно. Кодиночка развязалась и дочь будет. Да. Будет. Саня, я вон еще и третий раз пробовал, поэтому еще. А ты знаешь, что этот сайт не летит? Он падает. Да. Нормально, все. Я сначала какой-то это. Нормально, два пацана, два брата. Нормально. Хорошо, ты клевайся, ты мой хороший. У тебя уши-то почему Саня, покраснели? А у тебя был брат, разве плохо, да? Нет. А я вообще ничего плохого не вижу. Ну, вот я не знаю, кто говорит, что это плохо? Оп, она нет Клима. Родит девочку, я стреляю. Спрятал. Ну, это нормально. Хватит сил, у тебя помощники есть? Ой. Чересчур мы были уверены. Да. Да, вы, да. Не мы, а вы. Я почему-то считала, что он. Я тоже. И я думала, что... Я была вообще на 100%. Если я знала, что это родится мальчик, я спокойно была. А сейчас я думала... Ну, я думал, что-то ты довольна. Я думала, не зря. У меня есть крыса. Нет, я поняла, что надо... Да. У меня есть крыса. Да. Вот это еще закрой, и будет вообще на. У нас вон не было. Оп! Да посмотри, с чем я! Ух ты ж, с бокалом! С бокалом. Да, Кока-Кола. Конечно, разобью. Кока-Кола. Ну, скорее всего, мальчик. Так ты говорила, вот прячется, гадание. Значит, девочка. Ну, мне тоже вот это гадание повлияло. А, да, точно, на гадание. Папа, наедини еще Кока-Кола. Вот, в общем, вот так. Вот вам гадание. Вот вам гадание, все это, на кофейной гуще. И чувство тоже. Да? Папа, наедини еще. Кока. Эй! Хорошо, говорили? Целоваться, да? Давай. Ну все, придется рожать третий раз. Что значит придется, Катя? Что значит придется? Мальчишка будет, ему компания будет, третью девочку. Нормально. Главное, чтобы хотя бы третья девочка. У тебя еще потом... Не мама, да ты мой хороший. У нас все пацаны. Дочь, все пацаны. Она говорила, мне не знаю, что ты взяла. У тебя будет девочка. Потом я когда Саню родила... Я ревела. Ты люблю так сильно. Ревела, ревела, а потом мама пришла. Катя, ты будешь ними. Синий, знаешь, майк. Все правильно. Будешь вот у тебя майка синяя, кофта синяя. Это, реву, потом мне мама говорит, ну что ты ревешь? Я говорю, я так девочку надела. Уже съездили в магазин. А расскажи, чему приехали. Нет, не хочу еще. Почему? Мне придется мириться с новой реальностью. Я совершенно другое себе представляла, вы это прекрасно знаете. Все, знаете, все мне казалось, кто чувствует хоть немного, кто понимает. Я у всех спрашивала, все мне говорили, что им кажется, что будет девочка.
Я была в этом просто уверена. Когда я увидела голубые шарики, мне показалось, что надо мной кто-то шутит. И это просто шутка. Мне придется свыкнуться, конечно, с этим. Но ничего, уже потихоньку свыкаемся. Придумываем имя. Хе из судака. Для девочки у меня имя уже было придумано. Спасибо большое за то, что переживали вместе со мной, за то, что пророчили мне девочку, верили в это. Ну, в жизни все бывает по-разному. Подписывайтесь, чтобы смотреть дальше, что будет. Да. Спасибо большое, что вы есть. Всем пока-пока. Не, а что ты покажи, что мы доснимали? А, да, мы же вот понакупали всякий шлак. Шлак? Мне это на Новый год, да, чтобы было, чтобы там угощать кого-то. И чтобы вообще валяться дома, из дома никуда не выходить, а только есть и есть. Сайбер захотел баурсаки со сметаной, а то боится похудеть. Смотри, какая красивая штучка. Да, тут прям новогодняя экспозиция. Сыра набрали всяко разно, сосиски любимые. Сыра мы набрали по распродаже, его надо быстро есть. Вот этот какой? Нет, этот нормальный, тот я завтра съем. Сики я уже открыла, я в последнее время люблю их, подсела. Вот, батарейка садится. Всем пока-пока.